Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Запитай у влади». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Іванович Меріков. Сьогодні ми будемо говорити про актуальні для Миколаївщини питання. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете подзвонити за телефоном 76 92 42 і поставити запитання нашому шановному гостю. Цими днями голови райдержадміністрації Миколаївської області побували на полігоні і перевірили себе на вогневому рубежі. Колеги, я б хотів би показати інформаційний сюжет. Голови районних рад з усіх населених пунктів Миколаївщини зібрались на Ольшанському полігоні, аби навчитись володіти вогнепальною зброєю та надавати першу медичну допомогу постраждалим. Голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков та Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров очолили бойовий загін. Такі учення достаточно ефективные и важные, потому что на самом деле каждый руководитель является руководителем территориальной гражданской обороны у себя на территории. Они должны не только теоретически понимать, что в критические ситуации необходимо делать, но они должны проходить практику. Для того, чтобы правильно оценивать обстановку в какой-то чрезвычайной ситуации, необходимо понимать, как владеть огнестрельным оружием, боевым оружием, каким образом оценивать тех, кто в какой-то период находится с этим оружием, для того, чтобы реагировать на это правильно. Голови райрад одностайно підтримали ідею проведення навчань. До завдань, поставлених головнокомандувачами, підійшли відповідально та злагоджено. Відчули на себе сьогодні, як важко хлопцям нашим в АТО, тому що і обмундирування, і самі стрільби – це дуже важко дійсно і в такий час, але це важливий момент. Тому я задоволена, що губернатор області організував ці навчання, що все ж ми потримали в зброю в руках. Перші на таких навчаннях вчення дуже сподобалися, дуже корисні. Ну, взагалі, при такій ситуації, як і в нашій державі, ці навчання необхідні. Вадим Іванович, як ви гадаєте, головам райдержадміністрації сподобалися такі польові виходи? Вони зняли піджаки і одягнули камуфляж. Це потрібно для них, як ви думаєте? Я вважаю, що це просто необхідно, тим більше те, що в Україні йде війна. И сегодня есть угроза со стороны Российской Федерации, со стороны боевиков, которые находятся в Луганской, Донецкой области и также пытаются формироваться где-то на территориях Украины, Николаевской, Херсонской и других областях. Их, конечно же, пресекают наши правоохранители, но в то же время идет особый период. Особый период в Николаевской области, в Украине. Мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, чрезвычайным, военным положениям, поэтому наши главы районных администраций, главы районных советов, мэры городов должны не только на теории изучать военные действия, гражданскую оборону, но и на практике. Поэтому, вы знаете, на самом деле я увидел слаженность наших рядов, и действительно они готовы сегодня брать в руки оружие, тем более, что у них по территориальной обороне будет стоять еще одно задание сформировать отряды в районах территориальной обороны, и один из отрядов должен возглавить глава районной администрации, мэр города Николаева, Вознесенска, всех городов. Поэтому они должны понимать, как руководствоваться, что делать в сложных ситуациях, военных ситуациях, как защищать, как оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому это решение было принято Советом обороны единогласное, и вот мы провели первое учение. Такое слаженное учение еще будет проводиться в сентябре месяце, где также будут приглашены все главы районных администраций, районных советов, мэры городов, а также наши руководители структурных подразделений областной администрации. Ну, я, напевно, додам, що, зрештою, напевно, дуже багато голів райдержадміністрації, представників районів, вони вже, напевно, не зовсім в тому віці, щоб, як молодий, бігати в бронежилеті, стрибати, але вони, напевно, відчують, як воно при такій спеці, бійці, які мобілізовані, як вони мусять так нести службу в шоломі, в бронежилеті, і, напевно, представники районів просто відчують, наскільки це важко і наскільки таким людям потрібна допомога і увага. Ви знаєте, всі вони достатньо в хорошій фізичній підготовці, і я ще раз повторюю, що вони є
являются руководителями территориальной обороны, и они должны четко понимать и выполнять свои задачи, которые ставит им непосредственно государство. На календарі липень, і зрештою пройшло півроку. Чи є, це трошки дещо інше питання, чи є зараз, яке зараз виконання обласного бюджету, і чи є у нас вільні кошти, які можна перерозподілити за результатами цього першого півріччя? Я неоднократно говорив об економічній децентралізації в Україні, в Ніколаївській області, і от буквально через півгода ми бачимо вже результат. Вы знаете, Николаевский бюджет наши депутаты давно не перераспределяли, потому что не было что перераспределять. В этом году впервые мы перераспределим более 40 миллионов, а если быть точным, 43 миллиона 755 тысяч 312 гривен. И это право мы выносим на обсуждение депутатов областного совета, и я уверен, что они отработают в профильных комиссиях и поддерживают областную администрацию, потому что непосредственно эти средства будут направлены на здравоохранение Николаевской области, а если быть точным, то на приобретение цифрового рентгенного аппарата для областной больницы 3 миллиона 900 тысяч гривен. Аппарат штучной вентиляции легких для областной детской инфекционной больницы 655 тысяч гривен. Аппарат штучной вентиляции легких для реанимации областной детской больницы 500 тысяч гривен. И эти, поверьте, медоборудование, которое крайне необходимо сегодня данным поликлиникам. И многие другие приобретения, которые будут направлены целево непосредственно на наши больницы. В целом по здравоохранению мы перераспределяем из областного бюджета более 10 миллионов гривен. Я уверен, что депутаты отработают и должны проголосовать за данное решение. По управлению культуры будет направлено 582 тысячи гривен, опять-таки это и на ремонт помещений, и на ремонт Академического художественного российского драматического театра 290 тысяч. Департамент социальной защиты 698 тысяч гривен, это также и на ремонты, и на дополнительные приобретения кровли, вот, достаточно важные средства, которые перераспределим. Также на управление службы безопасности Украины в Николаевской области. Это по программе предотвращения преступности, приобретения материально-технических средств 638 тысяч гривен. Департамент образования и науки 1 миллион гривен. Мы приобретем 2 школьных автобуса для районов, для того, чтобы доставлять наших детей в школы, потому что это уже необходимо по программе развития образования в Николаевской области. Управление инфраструктуры государственной администрации, областной администрации на ремонт дорог более 12 миллионов гривен. И мы тоже перераспределим это между районами для того, чтобы могли ямочные провести ремонт и подготовиться к зиме. На погашение заработной платы коммунального предприятия «Международный аэропорт» 1,5 миллиона гривен, которые крайне необходимы, потому что люди не получают более 4 месяцев заработную плату. Управление капитального строительства – это ремонты школ, детских садов, сферы соцзащиты – 13 миллионов 544 гривны. Итого я вот назвал сумму, которая превышает более 40 миллионов. Думаю, также на детское питание и так далее. То есть это те средства, которые сегодня заработаны уже при помощи экономической децентрализации, при помощи тех средств, которые были сэкономлены государственной администрацией, вот мы перераспределяем и вместе с депутатами отрабатываем. У нас, вы видите, все открыто, мы не стараемся там чего-то скрывать, а наоборот выносим на обсуждение для того, чтобы наша община знала все цифры, что мы зарабатываем и куда мы эти деньги расходуем. Давайте повернемось до цього питання трохи згодом. У нас дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Вітаємо вас. Колега Ніколай Олександрович,
Алло. Я, так? По вопросу Николаев Газан. Можно у нашего губернатора? Пожалуйста, да. Николаевской области. Ну почему нам принесли, просто побросали бумажки каждому? И у меня 1500, не знаю. У того этот, ну, ни под подпись, ни под чем. Почему они побегали? Почему? Вот почему это? Вы знаете, я на самом деле разберусь, насколько вы говорите, просто побросали бумажки, но такого не может быть. Во-первых, проходили рабочие группы, круглые столы в обладминистрации, куда приглашались и руководители предприятий, и коммунальных предприятий, где предоставляли документы для того, чтобы предоставить информацию непосредственно жителям. Что касается информации, которая вам приходит, ну, обратитесь непосредственно в Николаев ГАЗ и получите дополнительную информацию. Я просто не понял, что, какие бумаги к вам пришли. Якщо буде бажання, ви можете позвонити. Пожалуйста, более конкретнее, да, еще раз сделайте звонок. Поговоримо дещо про інше. Цими днями Миколаївщина намолотила 2 мільйони тонн. Це дуже хороший врожай. Я знаю, що у нас є рекордсмени і є дуже непогані результати. Ми будемо з хлібом. Тому, напевне, час привітати наших аграріїв і назвати кращих, які у вас є цифри. Ви знаєте, да, дійсно, в цьому році Миколаївська область повторяет рекорды, потому что в прошлом году в Николаевской области было намолочено более 3 миллионов тонн зерновых. В этом году уже 2 миллиона тонн. Я уверен, что мы также преодолеем этот барьер 3 миллиона. Но хочу вам сказать, что урожай достаточно хороший, и это не благодаря чиновникам, а я аграриям всегда говорю, что это благодаря именно вам, вашей работе. За что вам спасибо и поздравляю вас с хорошим урожаем. В среднем урожай сегодня по области 29,4 центнера с гектара, и это тоже показатель достаточно хороший и гораздо выше по сравнению с прошлым годом. Но мы запланировали провести во вторник большой круглый стол с народными депутатами Украины, с нашими представителями аграрных структур, компаний, фермеров, для того, чтобы обсудить ряд вопросов, которые непосредственно беспокоят. А это налогообложение, а это одноосебники, а это аренда земли, ну и, конечно же, в период урожая есть еще ряд вопросов, которые связаны с аграрным фондом и опять-таки с нашими управлениями, для того, чтобы мы смогли обработать информацию, задать вопросы народным депутатам. И я считаю, что они сегодня вправе вносить изменения и в налоговый кодекс Украины, для того мы их и избирали. Вот. Поэтому нас поддержали аграрии Николаевской области для того, чтобы провести эту встречу. Я думаю, она будет результативной и необходимой, потому что буквально три недели назад мы проводили такой круглый стол с министром аграрной политики, где были подняты ряд вопросов, и уже сегодня идет их отработка на уровне областной администрации. Я выезжаю в районы, общаюсь с фермерами для того, чтобы составить более такую обширную информацию, которую вынести на рассмотрение и депутатов областного совета, и депутатов Верховной Рады. Я хочу сказать о лидерах. Это Снегирёвский район, где и количество гектаров уже обработано значительно и намолочено более 200 тысяч тонн. Это рекорд для Снегирёвского района и достаточно высокий урожай, более 40 центнер с гектара. И с чем я тоже поздравляю аграриев Снегирёвского района. Поэтому я надеюсь, что все те трудности, о которых мы говорим вместе с вами, мы будем отрабатывать, и, соответственно, нас услышит и Верховная Рада, и Кабинет министров. Перейдемо до іншого питання. Ви декілька хвилин тому зазначили, що Миколаївський аеропорт отримує допомогу з обласного бюджету. Наскільки мені відомо, наскільки я відстежував це питання, це вже не вперше депутати приймають рішення про допомогу цьому підприємству. Як ви бачите ситуацію на Миколаївському аеропорті? Як можна її вирішити? Що там відбувається? Давайте ми зробимо паузу, послухаємо телефонний дзвінок і повернемось до цього питання. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Вітаємо вас. Алло. Доброго вечора, говоріть, ви в ефірі. Добрий вечір.
вечір, Вадим Іванович, доброго вечора вам. Вітаємо. Хотілося б, щоб ви українською мовою, бо більше ж області нашої українською мовою. Це перше. У мене є пропозиція для поповнення бюджету області. Ви згодні? Згодні, згодні. Кажіть, будь ласка. Значить, у мене така пропозиція. Всі торгові точки, які приходять на базар, вони повинні не оцим контролером у карман давати гроші, а спеціальні каси зробити. Прийшла людина, контролер ходить, тільки перевірить квитки. Це перше. По-друге, самогонку цю треба прикрити. Сахар у нас почом, а бутилка водки, от мені треба було настоювати траву. Я пішла 40 гривень, а сахар скільки? От вам і різниця. Оця самогонка, ми наших чоловіків, вони ж роблять її карбідну, розумієте? Нема ж водки хорошої цю, що п'ють. І мужики падають, матері страждають. Це раз. І потім оці бродячі собаки, що завелися людям, люди приходять за то, больні, хворі, всі люди, пенсіонери, вони не сплять. Ось наш дом Образцова 4А на старому вокзалі, і оці всі дома, ми на 40 собак там, ми ніхто не спимо вночі. Хіба це не можна зробити? Це ж легко. Дві машини, відлавлюйте їх. Вадим Іванович, це актуальні дійсно питання, які більше стосуються, звичайно, галузі міського господарства, але я думаю, що у вас є бачення вирішення таких от проблем. Давайте поділимося, щоб наші глядачі отримали відповіді на ці запитання. Що можемо сказати? По торговим точкам, так, які не мають обліку. Незаконна торгівля, дуже багато про неї пишуть в Миколаєві, і це дійсно є проблемою. В полі зору яких відомств знаходяться ці проблеми? Естественно, районных администраций и районных отделов милиции. Но проблема, она уже десятилетиями. Вы знаете, как только начинают убирать торговые точки, а особенно так называемые блошиные рынки, они вырастают за квартал, они вырастают с другой стороны улицы и тому подобное. Я полностью согласен, что если происходит нарушение на территории рынка, необходимо это жестко контролировать. И для этого правоохранители должны пресекать действия коррупции со стороны хозяев рынка, со стороны администраторов, которые администрируют и которые, естественно, обелечивают на территории рынка. Что касается за территорией, это стихийная торговля. Как только будут созданы рабочие места, как только у нас будут высокие заработные платы и пенсии, блошиных рынков не будет. Те рынки, которые вот узаконены и распространились по городу Николаеву, в других городах Николаевской области, это временное явление, и я уверен, что как только стабилизируется ситуация в стране экономически, социально, эти рынки просто перестанут существовать. Останутся рынки достаточно крупные, большие, которые смогут обеспечивать людей продуктами питания и различными другими товарами. Главное, находитесь вот в правовом поле. Опять-таки, я, конечно же, понимаю, что это беспокоит сегодня жителей города Николаева, и мы предпринимаем меры. Мы постоянно проводим рейды совместно с правоохранительными органами, райотделами, областным ОБЭПом, потому что, да, действительно, количество таких стихийных рынков увеличивается в нашей области. Но ситуацию я объяснил, почему. Наверное, надо жестче поступать, но в то же время мы должны понимать, что люди выходят продать тот или иной свой товар не просто так, а потому что социально сегодня есть проблема. Что касается самогоноварения, ну, также проблема большая, но, наверное, это уже традиция украинского народа варить самогон, и особенно в сельской местности, а тем более его реализовывать. Есть закон, есть участковые, поэтому, пожалуйста, информируйте. Я лично занимался такими точками по продаже спиртного в Первомайском районе, в Вознесенском районе, и, поверьте, эти точки закрыты, поэтому больше не
необходимо давать информацию. Даже вот если сейчас вы общались с нами, необходимо было дать адреса, где продают самогон. Точек много, пытаются сегодня бороться и правоохранители, и общественники, и, естественно, когда у администрации есть информация, мы принимаем все меры для того, чтобы данные точки закрыть, потому что за ними стоит как незаконное варение, да, как незаконная продажа алкогольных напитков, так и еще и могут быть последствия, связанные с уже непосредственно с криминальным миром. Вот. Что касается собак в городе Николаеве, ну вы видите, что большинство собак, они уже опломбированы, и действительно количество очень большое. Принимаются меры, строится большой питомник для того, чтобы отлавливать их и содержать уже за счет городского бюджета вот этих бездомных собак. Их количество уменьшится. Мы буквально на прошлой неделе с мэром города разговаривали о ситуации, о количестве, потому что это вообще недопустимо. Ни в одной европейской стране такого количества нет. Но в европейских странах есть питомники, где вот бездомные собаки содержатся, и, соответственно, они не разводятся, потому что количество это проживает, и за ними смотрят уже непосредственно специалисты. Поэтому питомник будет в Николаеве, он строится, будет введен в эксплуатацию, и количество собак уменьшится. Ну, на мою скромну думку, в місті є правила утримання домашніх тварин, тому городянам слід пам'ятати про них і, зрештою, відповідати за тих, кого утримують. Тобто, якщо сім'я утримує собачку, то вона не має права просто приплод викинути і залишити на призволяще. Тому тут є вина і самих городян. Да, Олександр, це інше питання, тому я відповів безпосередньо на то питання, яке було у нашого заявника. Сподіваюсь, наші глядачі отримали відповіді на наші запитання. Я хотів би повернутися до того, до чого ми з вами прийшли. Ми говорили про проблеми Миколаївського аеропорту і про ситуацію, яка там склалася. Як ви бачите вирішення і чи є перспективи дійсно вивести це підприємство з кризи? Дійсно, сьогодні економічна ситуація Международного Николаевского аэропорта критическая. Но я говорил, что это не случилось в 2015 или в 2014 году. Ситуация такая с 2007 года. И на самом деле, для того, чтобы это предприятие было эффективно, необходимо закрыть долги, а их более 30 миллионов гривен. Необходимо вложить дополнительные средства, то есть инвестиции с областного бюджета в ремонт, реконструкцию сооружений аэропорта, а также ограждение и взлетно-посадочную полосу. Для этого необходим как проект, так и средства. Средств данных нет. В связи с этим отрабатывала рабочая группа, как вывести. Аудиторы считали по направлению финансов. Техники занимались непосредственно технической частью подготовки аэропорта к использованию. Вот трудовой коллектив принимал участие в данных собраниях. Решение рабочей группы данный объект сооружений передать городу Николаеву. Без долгов. Областной совет будет думать дальше, как погасить ту задолженность, которая есть. На сессии областного совета будет рассмотрен вопрос о погашении долгов по заработной плате в сумме 1,5 миллиона гривен. Это тоже не выход из ситуации, потому что долги будут накапливаться. И нам необходимо спасать не предприятие, а стратегический объект. Я говорил ранее, что мы неоднократно направляли обращение в Министерство обороны, в Министерство МВД для того, чтобы были рассмотрены наши предложения по передаче объекта государству. Но сегодня государство отказывается принимать на баланс данное предприятие. Соответственно, мы выходим из ситуации и понимаем, что город сегодня имеет возможность содержать, имеет возможность вкладывать. Все-таки это визитная карточка не только города Николаева, а и, конечно же, области, но в большей степени города Николаева. И
город заинтересован. Инвесторы, я думаю, что как только будет отремонтирован аэропорт, как только будет ограждение, будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса, инвесторы появятся, которые смогут вкладывать в развитие данного предприятия. Плюс рейсы, которые необходимо возобновить, это рейсы Николаев-Москва, это рейсы Николаев-Киев и Николаев-Стамбул. И мы знаем, что у нас есть конкуренты, это и Херсонский аэропорт, и это и Одесский аэропорт, но тем не менее, количество рейсов, я сказал, которые минимальный пакет может спокойно работать и окупать наш аэропорт и, соответственно, выплачивать заработные платы. Плюс рейсы должны быть грузовые, которые будут работать. И сегодня такие также инвесторы готовы прийти и рассмотреть вопрос о направлениях, по которым они будут работать. Груз есть, но аэропорт должен находиться в состоянии рабочем, должен быть сертифицирован. Для этого нам необходимы средства, которые смогут направить. Вот. Поэтому я надеюсь, что депутаты подойдут к этому вопросу очень профессионально, качественно. И я уверен, что наш аэропорт все-таки мы его сможем возродить, и он будет действительно и стратегическим объектом и такой карточкой, которая будет презентовать нашу область. Потому что любой крупный инвестор, который приходит в область, он сперва спрашивает, есть ли аэропорт в городе, есть ли аэропорт, конечно. Поэтому это хаб транспортный, который крайне необходим. Опять-таки у нас очень крупный транспортный узел морехозяйственного комплекса. У нас в будущем пилотный проект дороги, которую будет финансировать Всемирный банк. И эта дорога по новым технологиям, это бетонная дорога Львов-Херсон, которая пройдет через Николаев, и мы доказали Министерству инфраструктуры, предоставили все проекты для того, чтобы эта дорога проходила через Николаев, а не уходила на Днепропетровск. Поэтому у нас большая перспектива, у нас есть все для того, чтобы создавать. Самое главное, чтобы мы реагировали и занимались проблемными вопросами, которые возникают. Я еще раз хочу сказать, что на протяжении уже будет 10 лет никто не занимался аэропортом. Все много рассказывали, скапливали долги, успешно гасили с областного бюджета, и накапливали долги снова буквально там через несколько месяцев. Поэтому мы должны разрешить эту проблему, мы должны сохранить аэропорт. Я уверен, что ситуация, которая сегодня в Украине экономическая, политическая, и война закончится. Будет экономический рост, будет социальное положение стабильное, и, соответственно, тогда вот все транспортные наши узлы, и они будут необходимы и бизнесу, и нашим гражданам. Дякую за фахові коментарі. Нам час ставити крапку. Шановні глядачі, ви дивилися програму «Запитай у влади». З вами був журналіст Олександр Молодцов. На ваші запитання і мої теж відповідав голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Іванович Меріков. Дякуємо за дзвінки, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.